Ребята, всем привет. Это у нас ремонтное видео. Ставки на спорт! 1xbet! Большие выигрыши! 1xbet! Быстрые выплаты! 1xbet! Надежный букмекер! 1xbet! 1xbet! Букмекерская компания. Так, получается, что у нас сегодня сделано по машине, по прицепу? По прицепу. Так, сейчас я залезу, вам покажу. С последнего рейса у нас сломалась вот эта вот стойка. Сейчас я долезу. Вот эта вот стоечка. И вот здесь ее сломало. Здесь я ее заварил. Здесь я ее тоже заварил. Сварщик, конечно, из меня не профессионал, но что есть. Так вот, обварил ее. Все, сейчас чуть-чуть у нее есть. Немного не туда, но ничего страшного. Все равно этот прицеп будет ходить пока вот так вот. И расцентоваться он будет редко. Так, что еще? А, заварил вот эту часть, чтобы уж намертво. Намертво это у нас не ходило. Вот здесь вот обварил ее. Все, сейчас эта стойка у нас, видите, мертвая. Ну все, сейчас остальное остается у нас. Зачехлиться и начать делать автомобиль. С машины у нас делов куча. Во-первых, подножку надо прикрутить. Вот у нее тут, видите, вот так вот. И опять она почему-то открутилась. Надо, видимо, просверлить дополнительные болты и прикрутить ее по-человечески. Так, противотуманка одна не горит. Вот это. То ли лампочка перегорела, то ли провод, скорее всего, провод. Дальше. Ну и надо лезть нам, мне, вон туда и снимать этот блок половинок. Смотреть, что он тупит. В общем, дело в море. Всего потихоньку, всего помаленьку. Ребята, загрузился. Кстати, всем привет. И смотрите, какая погодка. Выезжаю я на юг, на Краснодар, на Ростов-на-Дону. Но погодка это жесть. Только что на Лукойл, на Газпром заезжал. И капец, там лужи по колено, машину не заправили, все у них тупануло. В общем, еду я ка дальше. Проеду эту плохую погоду. Ну и там уже не знаю, что-то буду. Сейчас еще и пробка будет. В общем, выбираюсь с Московской области на Ростов, на Краснодар. Погода нас не радует. Хотя была сегодня жара, а сейчас ее уже просто нету. Загрузили еще машину по корявому. Некогда было снимать полчаса. Задом парковался я на этот пандус. Поэтому вообще капец, не до съемок было. Ну и сейчас, видите. Вот, открыл стекло хоть маленько, чтобы не затягивало окна, а то капец затягивает, ни хрена не видать. Я весь мокрый, короче, вот он я. Привет всем. Капец, мокрющий, меня облило с ног до головы этим ливнем. Это вообще что-то с чем-то было. Если бы я, наверное, камеру достал, я бы залило нахер все. Ну, в итоге я припарковался на пандус, меня загрузили, правда, коряво сейчас в прицепе. Да хера, как обычно, тон 8, наверное, не знаю, в машине тонны 4. И опять все на передке. А на задок машины легкий. Как бы, блин, я им говорил, ну, паровозик грузить это капец на самом деле. Они не знают, они привыкли грузить одиночки и фуры. Паровозики они, видимо, не грузят. Ну, будем теперь, я не знаю, так. Мне навигатор показывает. Ага, что у меня? А, мне показывает ехать дальше. Блин, встать бы куда-нибудь, я не знаю, пересдать бы этот ливень, а потом спокойно бы ехать. А не лететь сейчас по этому ливню, блин. Видите, стекла запотевшие. В общем, ладно. Поехали потихонечку. We'll be right back.
Капец, ребята, я уже вот на третьей платке сталкиваюсь, да, с тем, что, вот смотрите, по транспондеру мы, да, едем, ну, остальные едут. И вот сейчас начался уже, идет сезон этих мариманов, и из-за них, они, видите, вот, вон там вот задом сдают, они заезжают в полосу для транспондера, денег, а им, короче, ну, это... Там же не надо деньги платить, там надо проезжать по транспондеру. И они затупили. И они выезжают обратно. И вот, короче, я уже не знаю, как быть. Из-за них я уже тут стою минуты две, наверное. Потом ребята остальные стоят. Написано же, блин, я не знаю. Т-пас — это под полоса только для транспондера. Если у тебя нет транспондера, нахрен ты туда лезешь? Посмотри, зайди в приложение деньги. Сколько у тебя денег на транспондере? И тогда спокойно езжай. Вот что за хрень вообще? Вот куда ты на своей аварийке едешь? Вот. Ну куда ты поехал? Ну езжай давай уже. Капец, вот оно мне надо здесь стоять. А я спокойно вот взял и проехал. А из-за них я должен тут стоять и ждать. Капец. Это самая, ребята, история перед Воронежем у нас. Все то же самое. А я у минут 15, наверное, ждал. Все. Надеюсь, чайников уже не будет. Так, ребята, приехал я на первую точку выгрузки. Это у нас Ростов-на-Дону. Так, вот отсюда вот заехал, получается. Туда вперед проехал. И задом сдал. Сдал как бы неровно, потому что, чтобы мне, если что, подломиться. Вот. Получается, я руль до конца вправо и пошел подламываться. Чтобы они меня выгружали и машину, и прицеп. В общем. Но сдавать задом я вам так и не могу показать, как я сдаю. Сдаю я еще пока не очень задом, потому что мало опыта. И нагруженной машине надо очень делать медленно, очень тяжело нагруженной сдавать. А так как бы сдавать задом надо, не знаю, надо кого-то мне в помощь, чтобы меня снимали или как-то. Так, обход, смотрим, что у нас здесь. А здесь у нас, в принципе, все пучком. Интересно, вот эти вот. Вот эта конструкция держится, да, держится все. Все прекрасно тут все держится. Шланги уже заржавело все как обычно. Это как всегда. Все ржавеет. Так, сейчас человек придет и начнут меня выгружать. Вот, наверное, уже кара стоит. Потихонечку, по бырику. Меня будут выгружать, а потом поедем. А потом поедем в город Краснодар. До конца выгрузимся. И будем стартовать на Сочи. Вот так, в общем. Погодка сегодня не радует. 20 с чем-то градусов. Ну так, в принципе, зато машина не греется, нормально все. Ужас. Ночью. Питался адреналинчиком, чтобы доехать. Так и не доехал. Где-то сколько мне? Около сотки, короче, осталось, и я так и не доехал. Завалился спать. В общем, вовремя успел, нормально все, я в графике. Так что будем сейчас выгружаться. Господа, небольшой ремонт натяжителя, получается, ремня. Натяжителя ремня вентилятора. Почему у меня грелась машина? Потому что, видите,
ему хана подшипнику. Или раскрутилось там что-то, не знаю. В общем, сейчас, короче, здесь есть рядом с выгрузкой, где я стою, магазин подшипников. Хочу снять, пойти купить и поменять. В общем, смотрим, что получится. Я думаю, подшипник-то тут целый. Тут разбило вот этот посадочное. Да уж. Такого я точно не ожидал. Ладно, сейчас что-нибудь будем думать. Куда что садить? Как что садить? Сейчас здесь этот подшипник сниму. Смотрю, в каком он здесь состоянии. В общем, разберемся сейчас. Все, разобрал я. Вот они, эти подшипники заклиненные. Вот второй сейчас. Пойду, в общем, куплю подшипники. И поставлю их вот сюда на середину. Назад не буду ставить. Чтобы как бы нормально. Возьму один и пойду. Так, наверное. И этот. Вот этот возьму. В общем, все, погнали. Купил я 3 подшипника. Почему 3? Потому что один подшипник стоит 171 рубль. Какой-то вологодский еще и дорогой самый подшипник. Так. Вот это мой старый. Вот это новый. Еще один новый. Еще новые подшипники. В принципе, они один в один. Прям один в один. И они катаются. Они закрытые, катаются хорошо, это открытые. Я думаю, короче, поставить их прямо 3, вот так вот. Сюда вот. Вот эту вставочку уберу как раз, это же как подшипник будет. И как раз они все 3 зайдут. Вот. И все будет у меня нормально. За то, что вот это вот у меня выровняется получается. Сюда. Он зайдет подшипник сюда, сюда. Потом еще не знаю, смазочки набить туда вот сейчас. Сейчас, в общем, будем заниматься. Давайте, делаем. В общем, короче, полчаса мучений. Вот это вот я вытащил оттуда. Вот. В общем, 3 подшипника захреначил. Все. Сейчас крутится только так. Вот. Крышечку вот эту не стал ставить. Она у меня не вошла. Да и бог с ней. Все крутится, все хорошо, стопора стоят. И ладно. Подшипники никуда не вылетят. Ну, в общем, все. Идем ставить все это на место. Так, показываю, что сделано. В общем, вот он стоит. Ролик. Ровно, четко. Идет ремень. Натянул, все как положено. Подтянул ремень генератора. В общем, все работает. Все, выбираюсь по Ростову на Краснодар. Закрутил подножку, бампер еще там подкрутил, короче. В общем, до хрена делов сделал, на самом деле, за сегодня. Ролик натяжной. Сейчас посмотрим, температура пока еще нету, слабая. Посмотрим, сколько будет температуры на трассе у нас. Ну и все, потихоньку выбираемся. Сзади прицеп катится. Куда он денется? Там его не видать, здесь его больше видать. Идем по городу. Ростов-на-Дону. Всем, кто смотрит меня с Ростова, парни, вам привет.
Я знаю, по-моему, есть такие. Ну ладно, давайте. Буду я ехать аккуратнее. То у меня прицеп еще груженный остался. Но машина уже практически пустая. Там 4 палета осталось, пленок. Ну и в общем и все. Привет, сегодня уже 7 утра. Меня уже выгружают. Вот такая вот моя любимая поза — подламываться. В общем, выгрузка идет полным ходом. Сейчас немного поснимаем. Что это такое? Что вы делаете? Это канал YouTube. YouTube канал. Снимаем, как выгружают. Выпадите. В общем, вот так вот сегодня нас выгрузят. Сейчас с этой стороны покажу, что получилось. Вот так вот я, как обычно, подломился. Видите, тут у нас 4 палета, там полный прицеп. В общем, все пучком. Выгружаемся. А дали нам документы. Вот документы у нас. Сейчас надо будет их еще и почтой отправить. Так, все, выгрузили. Все, я на разворот. И на выезд. На выезд, ребята, еду я на Сочи. А в Сочи темные белые ночи. Так, правда, адреса у меня нету, но пока забьем так. Посмотрим, сколько километров же мне до них ехать. Сколько километров. Любой адрес забиваю и поехали. 305 километров мне показывает. Это по какой же дороге он мне показывает? 305 километров. Так, на Ростовское шоссе обратно уезжаем, 4 Дон. И пошел Адыгейск. Горячий ключ. Ну, нормально, ребят, 300 километров, Туапсе и Сочи. Круто. Ну,
Ну все, поехали. Так. Как хорошо налегке-то. О, красота. Красота, ребята. Солярочку наливают, мне бы тоже бы налили бы. Так, вон он, прицеп идет. Все, едем. Все, уезжаем. Уезжаем.